Ну что, всем привет, ура-ура! Мы приехали. Я приехал, точнее, в Нью-Йорк. Думаю, это второе видео из путешествия. Сейчас мне, в общем-то, надо добраться до автобуса. Пока я до него добираюсь, я поделюсь впечатлениями вообще, что происходит здесь. Летело 10,5 часов, самолет немного задержали, ну то есть посадку минут на 20, наверное, но с другой стороны это компенсировалось тем, что очень быстро прошел таможню и получил багаж, я думаю, что минут 20-30, то есть, ну, я рассчитывал часа на 2 на самом деле. Соответственно, что было дальше? А, ну, кстати, в полете я летел Дельтой, кормили достаточно прикольно, ну, был один такой большой обед, и постоянно подкидывали какие-то ништяки, всякие там шоколадки, мороженые, там, вода, чай, сколько угодно. Вот. Ну, полет полетом, я думаю, что интереснее услышать, что вообще происходит, какие впечатления, поэтому... Первое впечатление, на самом деле, после того, как я из JFK на Air Train, ну, это как аналог Аэроэкспресса в Москве, я доехал до метро, то есть Air Train, он такой очень чистый, очень такой нормальный поезд, там все понятно, каждая станция называется, дублируется на табло, соответственно, в метро, в общем, это полная задница, нью-йоркское метро по сравнению с московским. Московская — это просто армия спасения, потому что никакие станции на табло не дублируются, нужно иметь с собой карту, или вот у меня карта в телефоне, нужно желательно иметь, какая предыдущая станция, уже распечатанный маршрут. А плюс, допустим, может быть станция, но как бы на ней электричка, поезд не останавливается, то есть такое тоже возможно. Поэтому я сначала как-то растерялся, я думал, как это будет показываться на табло. Ну, естественно, говорят на английском, называют, но очень непонятно, очень быстро все. Вот. Но, тем не менее, с тремя пересадками минут за 30, наверное, я доехал. Хотя нет, минут, наверное, за 40 из аэропорта вот до сюда. Это Чайна-таун, китайский квартал. Вот так примерно все это выглядит. А вот тут справа какая-то детская площадка. То есть такой мини-парк. Вот, что еще, какие еще впечатления? Очень, когда сел в сабвей, в метро очень много черных. Я не привык их видеть в таких количествах. Соответственно, когда пересел на другую ветку, там было очень много индусов. Вот, ну, то есть на самом деле национальностей очень много, все торопятся, все бегут куда-то. Вот, ну, в принципе, вот такой город. Что еще сказать хорошего? Я думаю, дальше еще скажу что-нибудь хорошее. И так далее, и так далее. Вот. Ну, с вами был пока Игорь. Увидимся в следующих видео из США. Всем пока.